Дети пострадали на аттракционе в городском парке Южно-Сахалинска 14 апреля в воскресенье. Первые сообщения о ЧП появились в телеграм-каналах. По предварительной информации, от аттракциона «Колобок» отвалилось колесо с двумя юными пассажирами. Хочу принести извинения посетителям парка, которые были доставлены неудобства при катании на наших аттракционах. У нас в процессе эксплуатации данного аттракциона возникла поломка вращающейся части одного из колес, которая визуально не видна совершенно. Это скрытая проводка, которая привела к аварийной остановке данного аттракциона. Ни кабинки отвалились, никакого выпадания из аттракциона не было. Это просто была аварийная, резкая аварийная остановка данного аттракциона. По словам Виктора Калюжного, несколько недель назад злополучную карусель осмотрели представители Центра безопасности аттракционов. Теперь же в парке перепроверят все точки развлечений. Также в Следственном комитете области уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Проверку инициировали в прокуратуре островного региона.